Сегодня представители администрации городского округа выехали на полигон «Лесная», чтобы проверить, как идут работы по монтажу системы дегазации. В единую дежурную диспетчерскую службу увеличилось количество жалоб на неприятный запах с полигона «Лесная». Сейчас там продолжается строительство второй очереди системы активной дегазации. Проверка связана с участившимся количеством обращений, с участившимся количеством жалоб на запах полигона такого «Лесная». С начала недели поступило более 70. Глава городского округа дал поручение проверить полигон такого «Лесная» на предмет выполнения дорожной карты по дегазации. За несколько месяцев специалисты установили на полигоне еще один высокотемпературный факел для сжигания свалочного газа и пробурили дополнительно 30 скважин. Полностью выполнили работы по прокладке газопроводов между ними. На данный момент специалисты строят магистральный газопровод. У нас сейчас вскрыто большое количество протяженности траншей, потому что мы укладываем центральный газопровод и для подключения 30 скважин пробуренных. 50 скважин будут утилизировать газ. Соответственно, это, конечно, должно минимизировать вообще выбросы, и запаха не должно быть. В связи с потеплением на полигоне увеличили количество спецтехники. Ведется активная пересыпка грунтом. До конца месяца специалисты планируют запустить на полную мощность работу системы дегазации. 50 скважин будут утилизировать 4000 кубометров свалочного газа в час, что позволит минимизировать неприятный запах с полигона. В июне также планируется полностью подготовить к работе систему по очистке фильтрата и его переработке в техническую воду.